Рено Цинник 2. Предстоит нам поработать сегодня. Нужно будет снять рулевую рейку. Ну, владельца автомобиля с юмором все в порядке. Котяра. Так, первое, что нам нужно будет сделать, это открутить болт на 13. Крепление самой рулевой рейки здесь в салоне. Вот коврик убираем. Вот он наш болт. Я его уже сорвал, выкручу полностью, чтобы не кряхтеть. Думаю, интереса особого нету, как я его откручиваю. Суть ясна. Руль мы заблокировали в таком же положении и будем устанавливать после рулевую рейку. Рулевая рейка будет ремонтироваться, будет точиться в нее в новая втулка. Болт можете полностью не выкручивать. Главное, чтобы вот эта втулка вышла. И все. Он нам не будет мешать, чтобы штук рулевой рейки вышел вниз. Что у нас по плану? Откручиваем колеса, скидываем, поднимаем на подъемнике, откручиваем рулевые наконечники, сбиваем их, отводим в сторону. Ну а дальше работа с самим подрамником и крепление рулевой рейки. Еще здесь это нужно будет открутить защиту, потому что болты крепления рулевой рейки как раз под ней. Открутить стойки стабилизатора, когда будем выводить рулевую рейку, он как раз будет мешать. И, соответственно, приспустить подрамник. Так, итого, мы открутили стойки стабилизатора. Стабилизатор вот убрали вверх. Будет хорошо и удобно вынимать рулевую рейку. Дальше открутили два болта. Здесь под головку на 18. Ими крепится как раз рейка. Все, рейка у нас откручена полностью. Проверили тяги, наконечники, чтобы не получилось так, что ремонтируем рейку, все остальное неисправно. Сейчас сниму рейку и пробегусь по машине, чтобы видеть общее ее техническое состояние, потому что уже заметны неисправности. Допустим, стоечку открутил, уже стучит. Нужно будет сделать полный осмотр и написать список клиенту. Нужно будет еще немножко подремонтировать. Так, ну, в принципе, все, что нам нужно сделать теперь, это открутить подрамник. Я откручу только заднюю часть, приспущу вниз, чтобы рейка вышла со штока, с рулевого вала, и можно было вытянуть ее вниз. Ну и, соответственно, потом в сторону выведем. Все, пока я буду ремонтировать, я сделаю диагностику. Так, подрамник открутил, здесь 4 болта на 16, 2 болта под головку на 18, и все, вот он у нас висит с передней части, крепится, да и рычаги в принципе на них висит, так что никуда не девается. Все, больше нам ничего не нужно будет, рейка вот могу показать, уже там втягивали, затягивали, регулировали, поэтому вопросов по ней масса. Разберем, увидим общее состояние. Штук, видим, вышел. Все, теперь немножко провернуть, чтобы она у нас в эту сторону поместилась. Вот так вот и выводим. Ну все, вот она наша рейка. Снята. Отдаем, ремонтируем. Наживил я один болт на подрамник, чтобы он у нас не висел в нагрузке. И что касается общего технического состояния. Сейчас вот сразу обратил внимание, тормозные колодки вперед минус. Дальше возьму монтировочку. Шаровая опора. Люфт. Меняем. Тут тормозные колодки также само уже на подходе. Ну и сейчас еще перейдем на задок. Если что-то обнаружу, то дам знать. Так, привезли нам рейку с ремонта. Ну как ремонта? Разобрали, сказали, что проблема в червячной паре. Втулка целая, поэтому временно устанавливаем ее обратно. Владельцу автомобиля сообщаем радостное известие, что ему нужна будет новая рейка. И когда закажет, придет вместе с ходовочкой, подделаем. Возможно, будет еще один выпуск. Все, рулевую рейку установили. Шлицевая на рулевом валу позволяет
одеть ее уже после установки рейки. Единственное, что нужно ставить в том же положении. Несмотря на то, что ремонт не осуществлен был, тем не менее, развал схождения на автомобиле нужно будет сделать.